Готовим тарки. Индюка. Сейчас я буду его... Он уже разделанный. Сейчас я буду его оформлять в духовку. Вот такую подставочку для него. Вот. Будем брать сейчас все ингредиенты. Соединять. И 4 часа в духовке. Посмотрим, что получится. Ну все, сейчас я буду сюда масло под шкуру засовывать. Натирать солью и перцем. Ставить на овощи. И в духовку на 4 часа, как я вам сказала. Что получится, увидим потом. Через 4 часа. Выключи, посмотрим.